конца года в регионе должна завершиться реорганизация централизованного стройзаказчика. Она подразумевает выделение из казенного учреждения Ненецкого округа нового юридического лица, государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги НАО». Соответствующее решение администрации округа сегодня обсудили в региональном парламенте. Там состоялось заседание постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. По информации разработчиков проекта, целью предлагаемой реорганизации является создание оптимального механизма осуществления деятельности в сфере строительства и дорожной деятельности посредством разделения двух масштабных функций между двумя учреждениями. Дорожную деятельность в виде содержания текущего капитального ремонта мы хотим, делегировать или выделить из ЦСЗ и делегировать в сторону именно государственного бюджетного учреждения автомобильной дороги НАО, как это было уже Валентина Викторовна озвучено. Почему? В том числе для того, чтобы по ключевым магистралям округа, от которых зависит жизнедеятельность большинства населения, у нас был управляемый в ручном режиме государственный подрядчик, чтобы мы могли понимать стабильность и качество оказанных услуг были регулируемы в ежеминутном режиме. Рабочие места в новом учреждении будут предложены сотрудникам ДРСУ. В свою очередь, депутат окружного собрания Татьяна Федорова уточнила, будет ли необходимость в дополнительных бюджетных средствах. Как пояснили представители департамента, точное финансово-экономическое обоснование будет представлено после утверждения устава, штатного расписания и объема госзадания. Те расходы, которые предусмотрены сейчас в бюджете на содержание дорог, они будут, скажем так, использованы при создании этого ГБУ, и содержание дорог также будет производиться в счет тех расходов, которые заложены уже сейчас. Большую дискуссию вызвал вопрос о передаче в округ полномочий по городским дорогам. Как отметила Валентина Саутина, в настоящее время не все дороги оформлены, поэтому есть предложение перенести срок передачи полномочий по дорогам на 2021 год. По вопросу окончательного завершения паспортизации дорог депутаты предложили сделать запрос в адрес городских властей. Председатель окружного собрания Александр Лутовинов отметил, что в целом понимание о реорганизации есть. При этом самый главный вопрос – насколько она будет эффективной. По итогам обсуждения принято решение вынести вопрос на рассмотрение сессии. Ирина Никишина, Владислав Ткачев, телеканал «Север».